Доброй ночи, чат. Добро пожаловать на стрим. В данный момент у нас пошли поздние, конечно, на стримы ничего не скажешь. Но я хотел попробовать теперь снова игрушку под названием Just More Doors. Так, что-то у нас в принципе такое есть. Чувствительность, разрешение, это качество. Да, да, вроде бы все нормально. Давайте пробовать. Так, передвижение, короче, чуть-чуть понятно. Добро пожаловать. Воу. Сюда. Понял. Подумал, не прогрузилось чат. Добро пожаловать в игру под названием просто еще больше дверей. Не знаю, конечно. Оу. Так, поджигать свечи можно? В этом есть какой-то смысл? О. What the heck? Так, у нас есть двери, помеченные сторонами света. Не открывать. Ладно. А. Так, поздравляем, вы открыли одну дверь. Так, снова свечи. Не знаю, стоит их зажигать или нет постоянно. Вам нужно делать лишь одно. Все просто. Открывайте двери, чтобы пройти игру. А. Так. Новый торговый центр открывается с 95-го, значит, восток, север, запад, низ. Хм, чат. Мне кажется, понадобится этот самый. Понадобится блокнот и ручка. Тут, наверное, есть подсказки. Так, ну-ка еще раз. Так, east, north, west, bottom. Ну давайте, значит, восточная дверь. Значит, где у нас восточная дверь? Так, это северная. Восточная, по идее, здесь, да? What the fuck? Так, восточная, ну, я так понимаю, тут... What the hell? Северная. Да, конечно, говорит, старая добрая... Погодите, я ж не выиграл, говорит, но я ведь открыл дверь. Да. А была ли это правильная дверь? Так. Северную открыли, теперь западную, да? Западная. Ответ нет. Так, и потом нижняя. Вау. Клёво, чат. А, так вот оно что, подсказки не работают, значит. То есть, если следовать направлениям, то можно попадать в разные места наподобие вот этого торгового центра. Code lost in mall. Ага, lost in mall. То есть код, потерявшийся в торговом центре. Не знаю, куда его надо будет вводить, но я так понимаю, что где-то будет панель какая-то. О, Лёх, привет. Добро пожаловать. Пока живой, нормально, все, короче. Я выехал.
В данный момент в столице нахожусь, короче. Так что потихоньку все. Вот. Ну и пытаюсь обустроиться. Да, пытаюсь работать, в общем говоря, как обычно все. Да, как. То как сам вообще, Лев? Сейчас, короче говоря, довольно на непростой период. Я с момента приезда до несколько дней это пытался отлежаться, потому что то сорвал спину. Вот. То вчера приклеил, короче, пластырь обезболивающий. И вчера у нас был небольшой стрим тоже. Минутку, а какая из этих дверей правильная? А кто узнает? Так, подсказки есть какие-то, нет? Вот. Да так что пока вот так все это сам. Я давненько на стримах уже не был. Вот и решил запустить хоть немного наверстать, потому что то пару месяцев или сколько я был уже без связи. Ну и под конец пришлось выехать, и в данный момент родной город мой, конечно, не в самом лучшем положении оказался. И в предстоящие до несколько дней там станет еще хуже. Что, конечно, вообще не радует, потому как я много чего позади бросил, так скажем. Вот, и сейчас у меня базовый набор, он компьютер просто и жилье. Ой, ну да, да. Сейчас, короче, эвакуация проводится, но... Ну, как он проводится, это самое. Обстреливают, опять-таки... людей, то вчера пыталась он парочка, в общем говоря, ну не парочка, а там семейство, 24 человек, он пытался выехать на машине, и машину расстреляли, короче, полностью. Вот. Поэтому приходится полагаться только либо на проверенных людей, либо на официальную эвакуацию, и то не факт, что повыезжают все. Я переживаю на самом деле за родителей, потому что то они там остались. И то как это у стариков водится, выезжать не хотят до последнего. Вот, я к сожалению, не знаю, короче, будет ли там что-нибудь хорошее из этого вообще или нет. Вот. Там живу, опять же таки. Признаться, сейчас все превратилось тупо в непонятную рутину какую-то, опять, потому как пытаешься сохранить работу, проживаешь вообще на чужой квартире, пытаешься не растрачиваться, а приходится, потому что то когда приехал, здесь, короче, не было толком нормальных, скажем, средств для готовки пищи, поэтому пришлось им простейший чайник купить, печку, опять же таки, и небольшую киловаттку там, типа, вот и все такое. Да. Так. Вот. Ну и в целом, конечно, можно сказать, что то теперь я вынужден буду сейчас жить здесь несколько месяцев, а там посмотрим, как развернутся события. Так, bottom back, bottom back. Окей.
Так, к нам говорят опять же таки, что если мы хотим попасть в бассейн, то надо нам спуститься вниз, потом назад, потом вниз, еще назад. Ну давай. Вниз. Так, ну я так понимаю, вот это оно. Вниз. И еще раз назад, значит. Да. Сработал. Окей. Вот. И то, что там сейчас делать вообще на самом деле? Я не знаю, это самое то. Пока что то довольно запутано все. Я стараюсь опять вернуться обратно к рутине. Ну, то есть стримы, работа, моделирование там и так далее. Yeah, that's too worrying. Seems like I don't have access to the data right now. You gotta find it yourself. Да, нам говорят, что не могут отыскать нормальную дверь. Так, снова, короче, торговый центр и все. Но в торговом вам центре мы уже были. Воу. Неплохо так. Было бы, конечно, на крипово это дело все в VR посмотреть. А. Так, а подняться можно сюда, нет? Довольно крипово на самом деле. Так. Снова в торговый центр. Не знаю, почему постоянно появляется реклама торгового центра. Но мы там уже были, поэтому я продолжу искать варианты. А. Добро пожаловать в мир ненастоящих дверей, как бы, да? Окей. Ага, то есть не работает, не работает. Я понял, это как в строительном гипермаркете, знаешь, заходишь, смотришь двери там. Ага, это открывается. Так, ну если это открывается, тогда что? Так, только для уполномоченного персонала. Так, в этом ключ к победе. Говорит, хороший каламбур, типа. Там ключ, двери. Но на случай там key можно наперевести еще как-то клавиша, поэтому я не знаю, может быть, речь идет о клавишах. Здесь вроде бы ничего такого нет. Ха. Ну давай прямо за этим. Кстати, поменялось опять все. Черт подери. Так, ответ скрыт то в самом предложении. Там, правда, да, не помню, какая дверь должна быть. Интересно. Так, есть ли тут дверь под названием та самая дверь? Я бы попытался на том месте отыскать ее. Так, подсказок нет? О.
Так, еще какая-то под дверь. Так, 273 дня с последнего инцидента прошло. Запишу еще один код. Так, 60 BGKYD JRP. Ага. Говорит, здесь он спрятали последнюю, говорит, дверь в предыдущей версии игры, говорит, уверен, что что-то где-то рядом тут есть такая. Издеваются, зараза. Ты правда, говорит, выиграть хочешь? Так, еще один код есть, запишу на всякие пожарные. Так, JB, L, N, E, 2W, M, 8S. Ребус какой-то? Так, а ну-ка, давайте подумать. B, JP, L. Черт его знает. Так, история растений. Так, забрать зонтик. Потерялся, говорит. Восток, 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 запад, запад, запад. Ну, давайте попробуем. Так, east. Три раза. West. Три раза. Так. The door. Absolutely not the door. Это точно не та самая дверь, типа написано. Ох. Так. Ну-ка, пойдемте. О, телевизор. Правда, не работает. Так, это северная. А можно восточную еще раз открыть? West door. Так, это восточная. Так, снова восточная. Это три. И на запад. Раз. Два. Три. А. Так, ну здесь не открывается ничего счет. Получается только прямо. Странно, конечно, я согласен, но ты, возможно, говорит, думаешь. Какова цель вообще этого места? Есть ли тут выход? Так, почему? Если ваш вопрос почему, говорит, и вы являетесь ответом, то не спрашивайте почему. А? Да, дверной ад какой-то. Make them sing. Заставь их петь. Тут что-нибудь нажать можно, нет? Походу нет. Так, снова комп. Так, что внизу? Такое себе. Ну хорошо, давай еще раз прямо пройдемся, посмотрим. Осторожно, спойлеры. А хотя нет. А,
по крайней мере, опять же таки, не такой выход, опять же, про который я знаю. Я с тобой тут застрял, говорит. Что тут вообще происходит? Так, там панель какая-то есть. Оу, говорит, ты самая. Тут ты куча дверей, ты сам. Весело тебе. Так, хорошо, у нас есть несколько кодов он записанных, 3 штуки. И я думаю, там стоит попробовать ввести. Так, J, что там было? JBL, BL. Так, потом было NE2W, NE2W. И последние 3 буквы M8S. Так, M8S. Go. Так, правильно, поздравляем. Ага. Написано, короче говоря, мега-клавиатура, опять-таки, непрактичная, но она тут надолго, в общем говоря. Введите не шагу, код. То цель-то этого кода пока неизвестна. Так, один код мы ввели. Давайте те второй введем, опять-таки, раз уже тут оказались. Так, I 8. Так, что там у нас было? U G. Так, Y. Дальше что у нас там у нас? Z L. Так, Z L. Так, потом Q J V. Так, верно, хорошо, этот ввели. И третий попробуем ввести код, опять же таки. И не знаю, что это нам даст. Так, 60, я так понимаю. Сейчас. B. Так, где там G? G. Так, K, Y, D. K, Y, D. И последние 3 буквы, значит, J, R, P. Неправильно. Так, значит, это было O. Еще раз давайте. 6, O. Так, B, G. Сейчас, B, G. K, Y, D. И последние 3 буквы, J, R, I, блин. Тут нельзя по одной удалять. Обида какая. Так, B, G. Еще раз. Так, K, Y, D. Значит, давайте аккуратнее. K, Y, D. Значит, J, R, P. Йо, верно. Так, хорошо, что 3 кода ввели. Опять-таки, я помечу, что мы их уже вводили. Вот. И посмотрим, что это потом даст. Так вот, говорит, зачем этот код был? Кто-то спрятал эти коды в первой игре, это просто это на всякий случай, чем может, ну, на случай того, опять-таки, если они пригодятся потом. И вот мы оказались здесь, говорит. Первая игра была гораздо проще. Но всего лишь одна дверь. И ну, получается, одна дверь на вход и вторая на выход. Просто коридор из небольших, опять-таки, квадратных комнат. Несколько
ну, там, скажем так, к предметов реквизита, и все. То Тунцелю было проверить людей, опять-таки, насколько как далеко они готовы зайти, получается, имея на руках обещание чего-то хорошего за дверью. Вот. Люди просто открывали двери, опять-таки, задумывались и останавливались, опять-таки, то что-то никуда это не ведет, надо остановиться, но представьте, а что если я, говорит, в одной двери от выигрыша уже? И тогда они продолжали открывать еще по несколько дверей. И потом опять проходили еще, говорит, и открывали до 2000 счета с лишним дверей. Некоторые же сдавались после 10. Игра, короче говоря, работала на выражение, опять-таки, откройте те двери, чтобы выиграть. Вот. Но поскольку ку двери были названы просто дверями, а не та самая дверь, то та самая идеальная дверь была там скрыта за ненастоящей картиной, получается, у которой была эта самая коллизия, короче. Вот. Если ты проходил через нее, то находил ту самую дверь и порядок, выигрыш. Было, говорит, забавно нам наблюдать за тем, как люди теряются в этой игре. Мы написали ли кучу текста, чтобы заставить пользователя думать, что то тут что-то действительно есть. Но та игра, в которую вы играете прямо сейчас, опять же таки пошла гораздо дальше. Тут стало гораздо больше дверей, потайных комнат, наподобие этой. И здесь больше всего можно посмотреть. Да и графоний получше. Ну и по-прежнему осталось то же самое условие Е для победы, просто его как тяжелее, говорит, найти. Опять-таки. Так, а может быть за... Ага! Ты думаешь, говорит, нашел баг? Секрет нашел? Не. Ага, говорит, это хорошая попытка, говорит, но это не дверь. Черт подери, чат. Меня обманули. Меня обманули. Я повелся. Ладно, попробуем, давайте. Так, ну поскольку, говорит, ты тут никуда не торопишься. О, господи, этот звук, чат. Я убрал, говорит, все, что может тебя отвлечь в этой комнате. Это та самая дверь? Мне, говорит, весело, очень весело. Так, давайте посмотрим, какие-нибудь коды есть или нет. Так, the best of growth leaves in a bag. Так, что-то у нас есть. Так, снова дорога к бассейну. Почему-то. Так, ну я тут уже был. Судя по всему. Либо оно... Так. Да тут меня срочно вызывают. Я сейчас вернусь, открываю тут дверь, опять-таки, делай, что хочешь. Я пущу, говорит, сообщение на автомат, если что. Так. Так, снова в указание я к торговому центру, но какой смысл во всем этом? То же самое, опять-таки, растения. Ну... Здравствуйте, пользователь. Добро пожаловать в игру The Just Mold Wars. Место, говорит, где ваши мечты находятся лишь в одной двери от вас, типа, да. Так, опять эта комната. Откройте для себя бесконечный поток комнат и чудесных мест, которые можно исследовать. Наслаждайтесь жизнью
изучайте тут все, короче, потеряйтесь, на... влюбитесь и будьте счастливы. Было бы в кого влюбляться тут, а? Чё-то. Ага. Так, это у нас выход в мир, получается. Не знаю, конечно, что подразумевается. Цена, так понимаю, 99-й месяц, 99-й день там и так далее, да? Дата. Так. Критическая ошибка, перезагрузка. А. Тут зачем-то можно поджигать свечи. Что это нам даст? И... Так, перезагрузилась, да, походу? The door. Code praise door. А ну-ка сейчас. Так, praise door. Praise door. Ну, запишу на всякие пожары. О, боже ты мой. Так, дежавю. Значит, вы тут впервые, говорит, если это та платформа окажется вам, вам знакомой, мы немедленно оповестите об этом охрану. Это для вас уже может быть слишком поздно, но по крайней мере, вы не допустите того, чтобы другие люди застряли вместе с вами. Ага. Так, ну тут уже что-то поинтереснее. О. Так, снова в клавиатуру. Окей, говорите, я вернулся. А, тут у кого-то та дверь закрылась, та самая. То такого вам не должно быть. Так что то меня послали, говорит, ее отпереть. Так, снова пароль, чат. Запишу это дело, давайте. Так, 4K. 5 R. NUO PRQ. Так, этого кода у нас пока еще не было. Нормально. Так, ну сюда зайду. Так, пользователь был устранен. Так. Осторожно, говорит, вы выходите по очень тонкому льду. Укатайтесь, вернее. А, тут поднять можно опять же. What the? А? Так, посадить радиосемена, тут было сказано. Не знаю, что это даст, но... А, щит. Мои уши, чат. И что предлагаете? Не знаю, конечно, что это было, но ладно. Так. Ух. Да, говорит, к сожалению, я их действительно убил. Кого? Тут так написано в правилах. А, блин, вот же ж глупец. Я же забыл тебе правила рассказать. Давай. Правило первое, говорит, в каждой комнате есть двери. The fuck is this? Так, снова в пакет с семенами, я не знаю, что это нам даст. Что, посадить опять, что ли? Так, ну я посажу, я пойду отсюда, это, я не хочу это еще раз видеть. Ух, так. Правило второе. Значит, пользователю надо сказать, откройте дверь, чтобы выиграть как минимум один раз.
Тут расцвело там что-то. Так что, опять эта хрень? Добро пожаловать в ненастоящие двери. Ну давай зайдем. What the fuck? Правило третье, говорит. А правило три нет. Шучу, тут правило лап по поводу до того, что нельзя приносить с собой еду в комплекс. О, так. А ну-ка сейчас, так. Как открывать двери? Часть первая, вторая, я третья, четвертая. Как закрывать двери? А. Так, может быть что-то полезное будет, но. Правило 4. Если пользователь наталкивается на запертую дверь, то ее надо открыть и устранить пользователя. Правило 5. Неправильных дверей нету, то каждая ведет к победе. Так, чат, ну у нас есть один код. Давайте, я не знаю, введем что ли. Любопытно же. Так, 4. Потом что там у нас? Кей. Так, потом 5. Потом RNUO. Значит, RNUO. И последняя 3, значит, PRQ. PRQ. Верно. Хорошо. Так. Та же самая тема, короче говоря, я так понимаю. Ага, да. Погоди-ка, чё? Я забыл, говорит, что в пятом правиле об этом говорится. Так, снова бассейн. Короче, каждая дверь ведет к победе. Хорошо. Да, мне говорит, да незачем это самое перечитывать это еще раз. Так, вернемся обратно к правилам. Так, к правилу 6. Никогда не рассказывать пользователю про. Про что? But what? Так, больше ничего нет. То тебе повезло, говорит. Я удалил последнюю часть правила 6. Иначе бы пришлось тебя устранить прямо здесь, прямо сейчас. Ладно. Так, значит, на чем мы остановились? А, точно. Мы двери открываем. Так, чат, у нас еще один код. Запишу на всякий кипожарный. Мы потом введем. Так, 5N. Так, этот мы используем. 5N. U. DUI 79. 5S. Окей. Потерялся, говорит, в таком большом месте. Так, снова семена сажать? А, я не хочу их сажать. Разве не замечательно? Так. А смотрите, говорит, бесконечное количество во дверей, говорит, и мест, которые можно посетить. Так, стоп. Так, снова опять-таки этот самый. Путь к торговому центру. Так, ладно, говорит, я понимаю. Ты хочешь вернуться обратно к нормальной жизни в свой скучный мир. Ты хоть знаешь, насколько это место уникально? Говорит, нету. Ну, вернее, немногим людям выпадает шанс увидеть это. Ладно, говорит, я солгал. Выход есть.
О боже. Просто... Да мне никогда... Да так не сказали, ли где он находится и как к нему попасть. I fucking knew it, man. Так, я не могу им воспользоваться, я тоже тут застрял. Так, снова опять же таки кик-бассейн у нас. Я так уже долго как-то нахожусь, говорю, здесь, что я не помню. Да какого в настоящий мир вообще это самое. Который сейчас год. Я попал, говорит, сюда в 2018. Судя по всему, чем дальше ты заходишь, тем менее стабильным все становится. Так, снова потерялся, опять-таки. East, west. East, west. East. О, господи. А, блин, чуть не обосрался, чё-то. Пройдено на 87 дверей было. Так. Это место еще не закончено. Говорит, ты слишком рано сюда попал. Как ты сюда попал? Ну, как тебе сказать. Так, West. Как я сюда попал? Я пытаюсь, говорит, то вспомню. Давайте воспользуемся кодом, который мы записали там. Так, 5N. Где она есть? UDU. Потом I. Потом 79. 5S. Так, 5S. Хорошо, есть. Так, и у меня... Так, снова оказались здесь. Ага. Так, восток, север, север, север. Вот, запад. А ну-ка. Так, east, north, 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 west. Что это значит? Кто его знает, да? Что, думаешь, нашел баг? А, я так и думал. Так. Здесь получается тот же самый текст про игру. Так, еще раз, значит, east, да, надо выйти. Так, здесь тебе... раньше тут... здесь была кнопка сдаться, но... Тут теперь она не нужна, потому что то у нас теперь есть меню паузы. Ага. Говорит, игра на паузе, это самое. Не торопись. Делай, что хочешь. Это там всего лишь игра. В конце концов, не, да мне-то там все равно тоже тут нечем заняться. Так, продолжим. Назад не пускают чат. Так, давайте попробуем еще раз. Значит... Я помню, как открыл дверь спальни, говорит, и попал в это странное место. Так, смотрим, значит, восток. Восток. Это что еще такое? Так, забрать ключи от бассейна, чат. Так, слушай, я могу попасть в бассейн. Это уже интересно, опять же таки. Идти в бассейн или потом уже, ну, пробовать вот эту комбинацию. Так, bottom back. Ладно. Bottom. Так, сейчас, стоп. Так. Так, ну я думаю, юг, наверное, все-таки, да? Bottom back. О! Неплохо меня выкинуло так. А?
И говорит, на стене было написано, что, ну, что надо открыть те двери, чтобы выиграть. Так. Открой меня. Открыл. И я помню, говорит, что выиграл, но так и не вернулся домой. Я, говорит, ненавижу это место. Так, а ну давай еще раз, значит, чипаром. Оу, щит. Back. Bottom. Back. Ага, то есть комбинация работает вроде бы как всегда. И у нас есть ключ от бассейна еще. Тут не знаю, конечно, что именно открывается ним здесь. Ну, посмотрим. Угу. Так. Кажись, сбросилось все. Как это работает? Ну, а черт подери. Что-то прям. Так, хорошо. У нас есть еще одна комбинация. Это восток. Так, восток. Так, потом, значит, север, север, север. Так, север. 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 И потом на запад. Ага. Так. Получается, эта комбинация ведет сюда. Хорошо, получается, эти комбинации надо искать. Разбираться. Кстати, что написано? Так, у нас еще один код. Значит, это мы использовали. Или давайте попробуем. А, погодите. Этот код уже был. Этот код мы уже использовали. Так, снова ключ от бассейна. Из-за этого, говорит. Ага, вот оно что. То есть, ты когда берешь ключи от бассейна, на ты автоматически оказываешься в бассейне. Ну хорошо, подметили, допустим. Так, а может быть попробовать другую дверь? Так, тебе надо открыть дверь. Так, стойте, где у нас, кажется, новый код. Перепроверюсь. I8G. А, было. Было чат. Кажется, мы использовали коды все. Так, не спрашивай меня, говорит. Так как тут все работает? Так, снова опять же штыки потерялся, тыры-пыры. Так. Оплата производится только в монетах пустоши, типа. Вот, получается. Вот, или пустоты. Так. Любая другая валюта будет, конечно же, отклоняться. Значит, ага, то есть монеты пустоши, в общем говоря, можно, типа, как... перепроверить, используя я компьютер 6D. Вот.
пожалуйста, потерпите, поскольку процесс может уже занять долгое время и в связи с межпространственными помехами. Вот. Стоимость такой монеты неизвестна, но на цены отображаться не будут. Тут спасибо за понимание. Хорошо, где монета? То что там, намайнить надо, что ли, или как? Так. Снова эти туалеты. Так, а может быть воспользоваться одним из них? Son of a bitch. А. А мне надо, говорит, кое-что проверить, сейчас вернусь. Ага, опять то же самое. Так, снова, короче, про открытие дверей, там тыры-пыры. Так, и снова ключ от бассейна, но смысл его брать-то? Воу! Сохраняйте тишину, говорит, в храме великой свечи. Свеча сказала свое слово. А? Не знаю, задуть ее можно? Так, у нас есть он двери тоже, опять-таки, разных направлений. Восточная, так, давайте вниз. Так, это была неправильная дверь, попробую еще раз. Так, смотрим код. JBL, так, M8S. Так, это было, да. Все повторяется. Она снова попытается провести в торговый центр, но что там делать, я не знаю. Там просто это большой зал был, а толку от него. О, да, конечно. Нет, говорит, опять не та дверь. Так, тоже история. Растения трогать бесполезно, да? Давай вниз. Воу. Прямиком в ад нахер. Jesus. Окей. What the fuck? Я так понимаю, тут собраны все знаки, которые в игре есть, наверное, да? Так, не нырять. Дальше получается. Внимание, это предложение написано не на английском. Мы советуем его прочитать на любом другом языке, как будто оно написано не по-английски. Спасибо. Так, здесь с мая 21 года абсолютно ни хера не случилось. А спасибо за понимание. Так, то же самое не про оплату монетами. Дежавю. Опять это уже читали с вами сегодня. Так, уведомление. Значит, не пользуйтесь телефоном в промежутке с 22.37 до 22.39. Поскольку в это время, короче, телефон не работает. Так, слушайте, я запишу. Опять же, мало ли, друг, что. 22.37 и 22, короче, 39. Так, no phone. Любопытно. Так.
Короче, в это время телефон пытается дозвониться до других телефонов и межпространственных существ. Не звоните, не слушайте, не пяльтесь на телефон, если не хотите, чтобы вас постигла, получается, самая жесткая боль и риск там, смерти. Говорит, не пользуйтесь телефоном в этот промежуток времени. Благодарим за понимание. Окей. Так, то же самое. Короче, можно сказать, что все знаки в этой игре уже прочитали. Так, seems like you're not lucky. Походу, тебе не повезло. В плане не повезло. Чё? Так, снова прогрузка. Но... И там какой-то код есть, а ну-ка сейчас. J... Не вижу чат. Так, JBL. По идее, да, уже видели этот код. Так, а если прямо? Открой одну дверь. Открыл. Поздравляем! Чудесное место, говорит, не так ли? Надеюсь, тебе весело. Да, еще как. Так, снова опять бассейн. Это ж игра, в конце концов. Оно и видно. Так. Я пока телефона не видел. Или не игра. Это игра или не игра? Так, salty. Так. Ваше желание, короче, сбежать в реальности было исполнено. Это ж каким образом? Стоп. Так, что тут это надо записать? Так, сейчас, что получается? Тик, тик, тик. И два раза направо. И вперед. Это приведет к лазерам. Окей. Ну, давайте попробуем. Так, то есть прямо. Так, длительность вашего пребывания установлена на... И написано, короче говоря, что ошибка в вычислениях. Так, направо. Так, потом сюда. Так, потом. Блин, говорит, ты поломал все. Ну да. Чего? Это книга туалетов. The fuck? Так, сейчас я немножко потерялся, но по-моему два раза налево надо. Так, и прямо. Ты здесь, говорит, застрял, говорит, навсегда. И навеки. Воу! Are you sure about that? Что-то напоминает предыдущую комнату, но что если... Что если попробовать... Что если попробовать абсолютно противоположный конец всего этого? О. Что если воспользоваться вот этой задней дверью? Не работает. Так, восточная дверь. И... Навеки. Ты, главное, говорит, не забудь ключ ко всему этому. Надо открывать двери, чтобы выиграть. Ни больше, ни меньше. Так, мне скоро надо будет идти, говорит. Да мне тут кое-что важное надо сделать.
Прости, говори, что ты слишком рано попал в это место. Да, мне его еще надо работать. Так, может быть, потребуется на это некоторое время, так что продолжай тут все изучать, окей? А. О, вот так. Так, теперь ты тут один. Воу! Вот это мне закинуло чат. Или нет? Кто знает. Архитектор номер два отключился. The fuck is going on here? Так, снова радио вот это, ну и... Воу! Кто-то меня закинуло, слушай. Прямо мочистилище какое-то. Я, кажется, сослышу телефон. И что вы хотите? Так, снова сюда вышли. Может быть, тут люк есть какой-то, не знаю. Так, я походу потерялся. Так, ну ладно, не сюда. Но если не сюда, тогда куда? Оу. Кажется, я нашел выход. Ух, так. Ты, говорит, потерялся, ты непонятно где. Ну, этого ты не должен был видеть. Я думал, ты попадешь, ну... А знаешь, что это? Давай об этом забудем. Открой-ка дверь. Фух, так. Короче, автоматическая там смена текста там на стене выключена. Вернее, это самое. Тут ручной вывод текста, короче, переключен на автомат. 660 дней с последнего инцидента. Окей, окей. Так. Банк автоматических сообщений пуст. Ни хрена себе, меня выкинуло. Вот это трип, конечно. Так. Добро пожаловать в музей. Наслаждайтесь, короче говоря, потрясающими произведениями искусства. Но, разумеется, конечно же, тут выставлены самые редчайшие двери. Сохраняйте тишину и наслаждайтесь искусством. Короче, не беспокойте других посетителей.
Уникальное, говорит, событие сейчас проходит в данный момент до... И указана дата, получается, тема события неизвестна. Приятно во времяпрепровождения. Окей. Реквизит. Реквизит везде, говорит. В этой игре просто куча реквизита, говорит. Это по-настоящему, говорит, важная часть 3D-искусства. Обычно, говорит, ты слишком погружаешься в экшен, так сказать, игры. Это самое, и не можешь оценить их в полной мере, так сказать. Но здесь у тебя есть все время, это самое, чтобы их там хорошенько рассмотреть. Так что не торопись, расслабься, наслаждайся, говорит, искусством. Для этой игры мы создали целый набор, короче, реквизита, чтобы принести жизнь в различные помещения. Но у нас было важное правило по поводу размещения этих пропов, так сказать. Всегда расставлять их надо так, чтобы игроки чувствовали, что чего-то не хватает. Ну, типа как оно, ну, похоже же на настоящую комнату, но что-то не то. Вот. И в результате те игроку становится не по себе. Что-то не так. Вы чувствуете одиночество, но в то же время не одиноки. И вы такие думаете: а этот один? А кто-нибудь уже приходил сюда до меня? Угу. А, господи, где я оказался, чат? Так, а можно тут что-то взять? Я книжка. О, клёво, да? Тут надпись на книге. Так, снова у нас опять-таки... Ага, вижу. Я так понимаю, тут... все пропы вообще показаны. Там еще нижний этаж есть, но... Ну, я пока пройдусь, почитаю вот это еще. А тут еще есть. Я так понимаю, я конец нашел, что ли? Господи. Томас. У нас, короче, чекодер, там спецэффекты, аудио и моделирование. Сделал первую игру в Солянова, опять-таки, в 2018-м. И представил идею, как, ну, получается, там... То чисто поржать ради с дальнейшими сиквелами. Анатолий, что сказать, опять-таки. Это то же самое, опять программист. Кодит и кодит. Лея, короче говоря, наколдовала, типа, пана двери и пропы. Столько пропов, говорит, напилила. Жан Кристоф. У него вон не было на это времени. Он просто, говорит, смотрел, как мы сходили с ума. Что вполне возможно, правда. Так, создатели. Кто, говорит, настолько безумен, чтобы столько времени угробить на это все? Ну, мы. Опять-таки, мы делаем игры, в которые нам самим им хотелось бы сыграть. Мы делаем игры, над которыми нам нравится работать. И, возможно, говорит, мы не находимся где-то в топе, говорит, но нам посрать. А что нам по-настоящему нравится, это там, делать наши игры уникальными. Неважно, это та просто клевая идея или же странная идея какая-то. Вот. Так, мы всегда стараемся повеселиться при создании игры. И да, говорит, в процессе разработки этой, говорит, мы очень много получили удовольствия. Так, спускаюсь вниз. Tigers Studio. Так, ну я так понимаю, это их проекты всякие. The Time War, please. Deep Sleep Explorer. О, интересная идея, чё-то. Так, допустим. На что у нас есть?
Студия Тигер создает игры стрёмные, необычные с 2017-го, говорит, и не планирует останавливаться. Вы можете текучу то всякого о нас узнать на нашем сайте. Хотя, говорит, если вы ленивая жопа, то вот вам факты. Значит, мы в каждую игру, короче, пихаем Segway, опять же таки, но никогда не катались на них в реальной жизни. Наша первая коммерческая игра там Spell Swap, типа опять-таки обмен заклинаниями, должна была быть поначалу небольшой игрой. Однако во время плейтеста мы поняли, что у нее есть потенциал, поэтому прокачали ее настолько, насколько смогли. Мы обожаем, короче, игровые джемы, и мы обычно стараемся делать самые странные игры там. Название Тигер, то есть, опять же таки, название студии, происходит от двух слов: ти, то есть чай, и тайгер, то есть тигр. Вот, то есть, не знаю, как это перевести, чай-игр или чигр, или как-то так. А потому что мы обожаем чай, и тигры клевые. И плюс еще мы прибавили букву H, потому что без нее во Франции люди бы произносили это слово как «ктежор». И звучит это там так же паршиво, как и выглядит, короче. Да. Hydrate and annihilate. Уф. Окей. Так, что-то у нас еще есть. Ей, the trailers and screenshots. Ну понятно, на трейлеры и скриншоты, говорит. В этой комнате вы можете найти некоторые компьютеры, на которых есть скриншоты наших игр. Игры, которые покрупнее, говорит, с трейлерами, это самое, и выставлены на стене. Окей. Селфи-шутер. Походу, это французы, я так понял. Или же, кто, не знаю, бельгийцы какие-нибудь. Ух. Son of a bitch. Две двери. Выбирай. Что вы смеетесь? Оу, щит. Чёрт. Так, чёрт. Посмотрим, еще у нас есть тут один код, да? Так, этот мы записывали. Ничего пока нового. Ага, вот оно опять, да? Так, хорошо. Что если я постоянно буду идти направо? Так, хорошо. Лево-право. 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 Так, снова эта тема. Хм.
Черт, я не знаю. А, блин, они опять все поменяли. Так, хорошо, допустим. The fuck? Выкинуло счет. О. Так, хорошо, тогда надо проверить, что будет, если вообще ходить поставить на налево, направо и так далее. Опять же, такие разные комбинации. Так, допустим, если все время налево. 4. 5, 6, 7. Jesus. И еще раз налево. Так, не, ну что-то подозрительно. Что-то подозрительно, чат. Так, а если постоянно находить направо? Так вот оно что. Получается, если ходить постоянно в сторону, тогда получается с перекрестка. Так, если постоянно спускаться вниз, тогда выходим туда. А если постоянно прямо. Ха. Который час? Время работать. Господи. О. Так, снова, короче, чек бассейну ведут нас. Непонятно зачем. И кажется, мы снова застряли что-то, да? То есть дверей тут уже больше нет. Это крипово. О! Так, а если... Так, прямо направо. Что если ходить зигзагами пробовать? О, черт, я опять здесь. Выпустите меня отсюда, пожалуйста. Короче, тут еще ходить и ходить, чат. Я так понимаю, игра бесконечная. О, час 20 потратили мы на это дело. Я не знаю, это сам есть смысл опять продолжать вообще или нет. Понятно, что я еще не все комбинации открыл, да, если так брать. Что если вот так вот? Вниз, вперед, вниз. Ага, вот так можно еще, да?
Так, вниз, вниз, вниз. А ну давай. Лево, лево. Лево, вниз, вниз, вниз. Так, прямо вниз. Право вниз. Не знаю, опять же, штыки. Во! Так, ну, походу, ты где-то потерялся. Не переживай, сейчас тебя вернем обратно. Чат, я тут навеки застрял. О, блин, мне кажется, это бесконечно будет. Давайте пока на этом остановимся, наверное, что ли. Потому что выходом он не пахнет. Тут походу, до такую комбинацию раскрыть надо просто, что вообще дико будет. Вот, или же если посмотреть варианты, то... что там у нас есть? Ну, в этих тихон кодах вроде где ничего такого интересного не нашлось. Я подумал, что это будет ребус какой-то, но... Да, блин, они издеваются. Вроде там была 291 дверь. Я не знаю, что с этим делать. Это жуть какая-то. Так. Короче, на сегодня, пожалуй, пока все. Завтра продолжим, надеюсь. Может быть, даже пораньше. Посмотрим, как сложится день, но постараюсь, очень говоря, что-нибудь сделать с этим. Так что, то спасибо, ребят, за просмотр. Я выкину это дело, пожалуй, на YouTube. А если кому-то интересно, то можно будет пересмотреть там. Спокойной ночи всем, в общем. Sorry, bro, I almost forgot. All right, good night, bro.